Женщины Тувы успешно совмещают материнство и бизнес, поднимая благосостояние своей семьи и республики. Доказательством того является 5-й форум матерей Тувы. Вообще по Российской Федерации очень большое количество, особенно сельских женщин, они на своих личных подсобных хозяйствах выращивают, чтобы излишки продавать. Они не доросли до уровня большого предпринимательства, но очень актуально сейчас становится поддерживать такие семьи. И государство, Республика наша Тува поддерживает лице Минтруда. На выставке-ярмарке мамы представили бизнес-планы и готовую продукцию. Алнай Оржак – мама двоих детей. С 2018 года производит одежду и аксессуары из кожи и войлока. Кожу покупаем из города Москвы. К сожалению, у нас в Туве нету, кто изготавливает кожу и разноцветного. Войлок, шерсть я покупаю из Алтая, получается. В Туве тоже нету производства, именно сырья нету. Недавно начала сами производить шерсть. Ну, прям на одежду не получается, но можно на обувь и на сумку. Мама 9 детей Чудра Шовжал с 2020 года реализовывала молочную продукцию на сельхозрынке Кызыла. Многодетная мама признается, что пошла по стопам родственников, занимающихся фермерством. Сегодня она производит национальный продукт курут и является одной из предприимчивых матерей Тувы, которые получат господдержку на расширение своего дела. Мы дома закупили сырё и начали дома пробовать. Сначала для себя. И вот начали продавать, и покупателям очень понравилось. Курут, сам твёрдый курут, без никакого добавки. Курут со вкусом черёмухи. И чтобы детям понравилось, сделали курут с пищевыми добавками, то есть разные цвета. Добавление сахара и без сахара. На встрече с предпринимательским сообществом матерей Тувы общественные организации и ведомства региона рассказали о финансовых и нефинансовых мерах поддержки малого и среднего предпринимательства от соцконтрактов до грантов и субсидий. Айдана Ховалы, Шолбан Мангуш, Азамат Очур, Тува 24.